Всем доброго времени, моим подписчикам и не только. Сейчас мы будем делать такой ритуал, призыв мужчины на тоску. На тоску будем вселять мужчине тоску о вас. Ну, тут используются только красные свечи. Вообще тут нужна одна свеча, но не важно. Вот. То есть здесь сейчас будем призывать мужчину и вселять ему тоску. То есть это такой ритуал темного характера. Вот. И еще раз скажу и попрошу вас, мои дорогие, не забывать об откупе. Сейчас мы будем призывать мужчину в полнолуние. Но опять же говорю, да, не забывайте о откупе. Вот. Все, смотрим на красные свечи. Здесь можно делать и на того мужчину, который давно не выходит с вами на связь, которого давно уже нету с вами, не в мире живых. Вот, здесь придет. Просто смотрим, представляем мужчину. Так, девочки, смотрите, ну это был призыв, опять же, призывалось это все бесовская сила, поэтому... Так, вот смотрите, да, рассказываю поподробнее, что будет после ритуала. Мужчина начнет искать встречи, мужчина захочет с вами увидеться, у него начнется какая-то непреодолимая тоска, да, вот, он захочет вас увидеть, он захочет вас услышать, вот, он захочет с вами поговорить.
Это не приворот, то есть, да, как бы мужчина с вами в ЗАГС не как бы не пойдет, девочки. Но сильный достаточно ритуал, заговор, да, на то, чтобы мужчина явился. Вот, это мы внушаем мужчине, да, мысли о вас, чтобы мужчина пришел, чтобы мужчина явился на порог, чтобы мужчина дал о себе знать. Вот, и вы понимаете, да, что это очень, ну, как бы тоже серьезно, это не шутка там. И девочка, которая там пишет мне иногда под видео, может, замечаете, но она потом удаляет комментарии, я не удаляю. Вот, тоже там пишет мне: ой, ахахаха, надо же, обязательно ли оставлять откуп? Ну, если ты хочешь умереть, ты можешь не оставлять. Ты призываешь силу, чтобы она помогла тебе, да? Мы же призываем, есть разные, вот, еще, подождите, кто мне пишет по поводу исцеления? Исцеление, конечно, возможно, по черной магии. Очень было много случаев на практике, когда я исцеляла, людям помогала, и это все срабатывало очень быстро, у кого-то быстро, у кого-то там не быстро, но суть в том, что да, исцеление я провожу. Но вы должны понимать, да, что каждая работа, которая делается очень такая сложная, я беру за нее большие деньги. Исцелять онкологию или там бесплодие, или еще что-то за малые деньги я не буду. Вот. Дальше, что еще? Смотрите, не хочу оскорблять никакие религии. И чудо бывает не только в религии, но и в чернокнижии. Темное — это не значит плохая там какая-то ведьма. Есть и исцеление в чернокнижии, в черной магии. И люди приходят, и люди действительно просят. И я исцеляю. Я не говорю, что я Бог, но я знаю, как, что, где. Беру я не всех. А почему не всех? По причине первая, да, я не буду скрывать и лукавить. Вот, меня не устраивает цена. То есть, когда приходит ко мне женщина, у нее бесплодный сын, он не может там, ну, как бы, да, я вижу, что я могу, и моя сила, с которой я сотрудничаю, вот, может мне помочь, и я могу это сделать, я вижу, да, я не буду это браться делать за 50 и 100 тысяч. Это все гораздо-гораздо больше. Есть такие работы, когда я беру вообще миллионы. Вот. Есть такое, я не буду скрывать. Вот. Но это вообще серьезные работы, когда человек или кто-то находится при смерти, и я вижу, что я могу. Но я и рискую тоже, туда я как бы. Но цены у меня лояльные. То есть, да. Можете ко мне обращаться на WhatsApp, посмотрим, поможем, нет проблем. Вот. Также у меня вообще на все лояльные цены. Вот такие, то, что я вам говорю, большие, это бывают в очень редких ситуациях, когда действительно там, ну, надо как бы. Вот. Ну, потому что там надо. Что еще хотела бы, на что обратить внимание? Опять перейду к откупам. Смотрите, вот мне писала одна там клиентка, больная, я ее назову больной, ну, вообще ебнутой, даже ебнутой. Почему? Потому что та она ебанутая, начала сама делать ритуалы, как дура, читать где-то. И я говорю ей, ну, она мне пишет в WhatsApp: Марета, здравствуйте, я слышала, что вы занимаетесь там чернокнижием, можно к вам обратиться? И дело в том, что я говорю, я не даю никаких бесплатных подсказок, нужен расклад. Я всех посылаю на расклад, ни с кем я не общаюсь, никого я не успокаиваю, это не психология, вы работаете и пишете черной ведьме. Вот, она мне написала, на что я ей говорю, что, Виктория, вы занимаетесь ритуалами такими, как бы, ну, нехорошими, говорю. Хорошими, они-то хорошие, но они черные, и вы не знаете, как их исполнять. Лучше закажите у мастера. Она мне говорит: да пошла ты нахуй. Вот, ты молодая. Ну и что, что я молодая? Я не такая уж и молодая. Прям мне 27 лет будет. Вот, это не юность.
Вот, это уже ближе к 30 годам. И молодой не значит непрофессиональный. Но я ей сказала, что вот хорошо, я-то нахуй пойду, схожу-то вечерком, да. Вот, но вы понимаете, говорю, я вам скажу так, я вас не пугаю. Я вытянула одну карту, говорю, если вы будете так дальше ворожить налево-направо, вы не знаете техники работы, вы будете наказаны бесами. То есть вы попадете в аварию. Я это прям видела. Говорю, там будут переломы. То она говорит, пошла нахуй. Ну, есть такие люди, еще на них обижаться. Пока не увидят, пока не увидят, они это не поймут, и все это ясно. Вот, проходит время, 16 января, она мне пишет, это вот-вот недавно было. Здравствуйте, Марета, извините меня, говорит, можно с вами связаться? Я хотела бы, чтобы вы помогли мне, очистили вот это все от меня, сделали это вот, я попала в аварию, на своей машине не справилась с управлением, вот, гололед, все. И как бы у меня сломана рука, нога, я пишу с больницы. Мне стало жалко ее, несмотря на то, что хотя... Знаете, да, я делаю порчи, но все равно как бы есть человеческое в душе. Мне стало жалко эту женщину. Я ей помогла. Да, я являюсь черным магом. Ну вот кто-то меня называет черным ангелом. Это, наверное, очень высоко. Мне подняли планку. Вот, кто-то меня называет черным ангелом. Но я не ангел и не дьявол. Я просто чернокнижник. Вот. Ангелы и дьяволы — это все уже высшая подкатегория, каста. И я просто человек. Вот. Они уже сильнейшие существа. Вот. И с теми я могу сотрудничать, но больше я склоняюсь к чернокнижию, к дьяволу. Вот. Итак, по поводу заговора я вам рассказала. Кто посмотрел этот ритуал, ждите своего мужчину. Не забывайте про откупы. Еще раз говорю, не удивляйтесь, почему вы потом болеете. Всем добра, всем всех благ. А нет. Подождите, не всем добра, всем благ, всем, но давайте я сейчас возьму колоду, мы посмотрим, как он придет после этого ритуала, заговора. Давайте, вы загадайте того мужчину, на которого мы это смотрели, делали точнее, и сейчас я посмотрю, как он придет. Так, как же она его заказывала, как его звали, ислам, у меня же просто девочки заказывают ритуал. Ну, здесь, да, тут придет с ревностью к вам. А письмо вы однозначно от него получите. Будет в печали весь. О, да, о, есть. Дьявол. Привет, дорогой. Да, здесь даже я не буду дальше смотреть. Привязка сработала. Уже сработала. Я очень сильный практик. Дальше я не буду делать этот... расклад, придет он быстро, у кого-то в течение двух, даже трех дней. Даже у кого-то трех-двух часов. Поэтому здесь ждите даже у кого-то в течение двух-трех часов. Я так чувствую, я такое видела. Нам дьявол все сам сказал за себя. И значит, так, по поводу откупов, кто знает, оставляйте сами. Кто не знает, номер карты я указала под видео. Всем добра, до свидания.